Горячее воскресенье выдалось у жителей нескольких домов по улице Ленина в Нарьян-Маре. На протяжении всего выходного дня на пульт единой диспетчерской службы 112 поступали сообщения о возгораниях в подъездах. Уже на втором вызове пожарным стало ясно, речь идет о серии поджогов, и, судя по словам наблюдательных жильцов, к этому причастны дети. Версия подтвердилась, об этом заявили сегодня в управлении МВД по Ненецкому округу. Лица, причастные к серии поджогов, установлены. Хроника событий в следующем материале. Этому подъезду дома по улице Ленина, 32, не повезло больше всего. Загорелись деревянные предметы. Деревянная лестница и деревянный шкаф, облитые горячей смесью, загорелись моментально. Пламя распространилось до потолка, посыпалась штукатурка. Вышли... Ну, у меня же жена внюхала, да, что говорит, что пламя вон до потолка было. Сильное задымление и едкий запах заставил жильцов верхних квартир выглянуть за двери. На лестничной площадке уже вовсю полыхал огонь. Первое, что пришло в голову, тушить самостоятельно, не дожидаясь пожарных расчетов. В тазах и ведрах соседи по очереди таскали воду и гасили пламя. Уже по прибытию спасателей соседи, самостоятельно справившиеся с огнем, начали выдвигать первые версии случившегося и вспоминать подозрительные детали. Запах был бензина. Именно бензина. Значит, где-то дети взяли бензин. Не знаю, что у них... Тут, но непонятно вот, зачем это все им? Действительно, прежде чем выглянуть на лестничную клетку, жильцы услышали сильный грохот и, выглянув в окно, увидели детей, которые с криками «давай быстрей!» выбегали из подъезда. Значение этим фактам придали только когда все было уже позади. Позже все подозрения соседей подтвердились. В ходе проверки совместно с сотрудниками полиции было установлено, что для... В воспламенении были использованы средства легкого воспламеняющейся жидкости и горючей жидкости. Возможными причастными лицами были установлены лица несовершеннолетнего возраста. Подъезд дома 32 по улице Ленина стал промежуточным пунктом в маршруте юных пироманов. Атаки также подверглись подъезды домов 41 и 37 по этой же улице. Эпизоды схожи. Облили стены горючей смесью и подожгли. Уже сегодня стало известно, дети, которые подозреваются в причастности к серии поджогов, делают это не впервые. Два подростка 11 лет в декабре прошлого года в подъезде жилого дома номер 27 по улице Ленина произвели поджог, в результате которого сгорели две детские коляски. Рецидив налицо. Только в этот раз к своим недетским играм они привлекли и своего 8-летнего приятеля, который ранее участием в подобных делах не отличался. Было установлено, что два подростка 11-летних, они уже состоят у нас на учете в отделе по делам несовершеннолетних, ранее были причастны к подобным поджогам, а первоклассник, он первый раз совершил такое данное правонарушение и вот уже теперь будет состоять на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Далее сотрудники МВД будут ходатайствовать о направлении двух четырехклассников, о направлении их в центр несовершеннолетних правонарушителей в город Архангельск. В настоящее время по факту поджогов проходят проверки, опрашиваются свидетели, ведется работа с родителями детей, которые, возможно, причастны к правонарушениям. А пока сотрудники полиции призывают жильцов многоквартирных домов проявлять бдительность и оперативно реагировать на присутствие подозрительных посторонних в вашем подъезде. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».